на нон-фикшн. Свои книги представили Юрий Лепский и Валерий Выжутович. В последний день 21 ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн. Свое слово сказала российская газета. Презентация книг сотрудников РГ стали заметными событиями в череде встреч и лекций, мастер-классов и круглых столов. Искусство говорить между тем в журналистике считается высоким. Немногие обладают таким талантом среди них политический обозреватель российской газеты Валерий Выжутович. В литературном кафе-ярмарке он представлял новую книгу своих интервью, да, газетных, опубликованных в РГ, но при этом замечательно читающихся и под твердой обложкой книги между тем. Все дело тут в выбранных журналистом темах и его вопросах, в героях. Среди них Борис Жутовский, Евгений Стеблов, Владимир Дашкевич, Гарри Бардин, Максим Крангаус, Михаил Петровский. Но с последним выжутович беседует не о коллекции Эрмитажа, а о судьбе современной русской интеллигенции, а с поэтом Александром Кушнером не о последних стихах, а о разладе художника со своим временем. Басинский в этом году на Non Fiction присутствовало более 330 издательств. Я всегда ищу болевую точку пытаюсь угадать внутреннюю проблематику человека», — говорил Выжутович на презентации, отвечая на вопрос о том, как ему удается расковывать собеседника, понимать, о чем тому хочется поговорить. Иногда точка оказывается слишком болезненной для визави и тот может и отказаться от беседы. Или не завизировать текст. Выжутович рассказал, как поэт Юрий Ентин попросил не публиковать свое интервью в газете, но не потому, что в тексте было что-то им не сказанное. Напротив, в ответах на вопросы Энтином было сказано слишком много горького о современной детской песне, и поэт не хотел выглядеть сбитым летчиком, неудачником. Впрочем, в книге между тем интервью с поэтом можно прочесть. Наконец-то я вступил в храм с высокими сводами, где потолок и кровля терялись в небесах, где можно было свободно закинуть голову и вдохнуть полной грудью свежий неразряженный воздух. Написал в 2014 году Юрий Лепский, вспоминая свое первое 1989 -го года знакомство с текстами Иосифа Бродского. Время тут было запечатлено и сжато в поэтической строке, где для понимания прочитанного надо было зайти под эти своды еще и еще раз. И первый заместитель главного редактора российской газеты с тех пор продолжает, не уставая, заходить под своды поэзии Бродского. Результатами этого творческого движения становятся тексты и фотографии в РГ и книги. В поисках Бродского, книжка «Маршрут за это» запечатленная в текстах и фото путешествия по любимым местам поэта. Автор книжки «Маршрута» получил премию «Путешественник без границ». Иския встречает Россию. И вот на столе в зоне семинаров номер два новая книга Юрия Лепского «Бродский только что ушел», вышедшая сейчас в издательстве искусства «21 век». На обложке книги знакомый силуэт поэта в шляпе, составленный из букв ⁇ Силуэт ⁇ уходящий за обрез обложки. Он только что ушел, оставив после себя лишь то, из чего составлял строки. В один прекрасный момент в Питере, Венеции, Лондоне и других городах, где бывал поэт, меня начало преследовать ощущение, что он был тут только что, и мне лишь секунд не хватило, чтобы его увидеть, вспоминает Юрий Лепский. Минус. Non-fiction. Как увертюра к финалу большой книги. Нью-Йорк, Мортон Стрит. 44 тут он жил. Посиживал с друзьями во дворе, рассказывает в книге Александр Гейнес, и они слеп, с Лепским движутся дальше по Нью-Йорку. Стокгольм, шведский литературовед и русист Бенгт Янгфельд ведет автора к городской ратуши, дальше шведская академия, тут прозвучала Нобелевская речь Бродского. Книга позволяет читателю пройти по этим адресам самому, Наводишь камеру смартфона с установленным QA сканером на QA. Код на странице открывается карта, которая приведет тебя к могиле поэта на острове сан микеле или к библиотеке в райцентре Канаша, где Бродский брал Мапасана. А когда автор рассказывает, как гулял по Лондону Бродского с филологом Валентиной Полухиной можно послушать стихи, загрузив из книжки в телефон прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы. И вдруг покажется, что автор в шляпе идет рядом. Культура, литература, РГ, фото, ярмарка. Non-fiction.